Привет! С вами я, Алло Гараж младший, и со мной Алло Гараж старший. И мы будем сегодня открывать для вас тату вторую часть. И спасибо, большое спасибо, что вы посмотрели прошлый ролик с тату, не с тату, а с уроками, да, Алло Гараж старший? Да, вы нам писали много комментариев. И мне понравилось. Эти комментарии просто замотивировали. И я потратил больше 100 рублей на вот эти вот тату. У нас вышло их больше 15. И да, сегодня у нас будут новые тату. Вы помните вот этот дизайн тату? Конечно, помнят. И сейчас я вам покажу, какая у нас связка получается. Так, желтый, так. Синих должно быть больше. Нет. Расставляем по цветности жвачки. Да, и будем открывать тату. Интересно, что какие выпадут? Мне прошло. Попадаются повторные именно тату. И легендарные. И легендарные тату с жвачек разного цвета. Да. Вот, к примеру, ты откроешь все желтые, да? Да. Попадется какая-нибудь повторная тату, допустим, в красных, да? Или в зеленых. Ага. Вот интересно, да? Мы такого еще не делали, да? Угу. Давай, открывай желтые все. Давай посмотрим. Начнем сначала с самых первых. Это будет желтый. Нет, давайте. Это мы ее оставим на потом. Это очень легендарная тату. Я ее очень люблю. То, что редкая. Да, там может попасть очень много всего крутого. Начнем с первой. Если первой выпадет Лего, я отдам ее Алло Гаражу. Алло Гараж, тебе повезло. Это Лего! Вау, супер! Прикольно. Да, Алло Гараж. Сейчас я подготовлюсь и буду ее уже. Кстати, ее можно налеплять. Ее можно и на телефоны, и на руки, и на одежду, на все. И даже на рюкзак. Да. А почему бы нет? Ну, не советую ее крепить. Кстати, ее надо не намачивать водой, а снимать пленочку и нацеплять куда хочешь. Только главное не цеплять ее на вещи, которые очень нужные. Она очень сложно оттирается. Например, я хочу вам показать одну тату, она очень не стирается, как будто это настоящее. Видите, она осталась на пленочке. Вот так вот лепим. Она у тебя будет. Как в детстве. Напишите, в детстве кто так делал, протирал, потом еще жидкостью смазывал. Алло, и оставлял хотя бы минуты на 3, какая? На 5. Это Лего или нет? Я думаю, что нет. Ты не угадала. Это Лего. Лего, да? Да. Вот. О, прикольно. Что там у нас дальше будет? Интересно. Сейчас давай. Сейчас я просто открою на рандом. Я думаю, что там будет Лего. А ты как думаешь, что... Лего. Лего? Да? Все, отлично. Просто пошел путь Лег. Расскажи для зрителей, для новых зрителей нашего канала, что чем отличается Лего от обычных? Лего отличается тем, что эта штука может быть, эта штука легендарная. Они отличаются. Легендарные. Лего это значит легендарные. Да. Они отличаются профессиями и их вышибальности, например, если у этого... Ну, они редкие обычно, да? Да. Их очень сложно выбить. Например, вот, если зомби просто с головой, то это не редкие. А если они в одежде с пистолетом, то это уже резкие. У нас уже 3 жвачки одинакового цвета. Смотри, у меня прям четко все. Так, берем. Легендарная. Да? Да, легендарная. Отлично. Как думаешь, что это? Легендарика или нет? Я думаю, что да. По твоим эмоциям сразу видно, глаза горят. Ты радостный, да? Ну почти, это пол Лего. Это супер, супер,
легендарный. Он на третьей повозке. То есть это круче, чем Лего, да? Да. Это даже вообще... Его очень сложно найти. Да. Вот этот дизайн, да. Его очень сложно найти. Кстати, я его еще ни разу не видел. Сколько мы открывали, да, еще ни разу такого не видел. Это супер Лего, его очень сложно найти. Угу. Если нам выпадет таких три, то Лего Раш мы снимем четвертую и третью часть. Конечно. Но главное, чтобы нам не купили супер-пупер, а не то, я думаю, у меня глаза бы взорвутся. Логично. Тот же самый, да? Ну ты сразу тогда, не налепляя, оставляя его, когда один сотрется, да? Стерется, то ты и другой сделаешь, и все, правильно? Ага. Вообще суперски. Хотя, с другой стороны, ты можешь его обменять. Да. Вообще. Пипец. Два раза суперлеги. Да, это очень редко бывает. Это очень редко бывает. Они могут не попадать вам, например, 3 месяца или 3 года, или вообще никогда не попадать. Да. Я хочу открыть зеленый теперь. Как думаешь, что это Лего? Не, навряд ли. Лего! Как ты определяешь, где Лего, где не Лего? Они же практически, ну, картинки разные, но... Или то, что... Ты понимаешь, что которые часто попадаются, то ну, это например, не легенда. Он смотрит по способностями. Он из своего пальца сделал огонь. Который способностями, да? Ну, да. Или просто там, или просто он выглядит как человек. Или просто его, или просто он выглядит так, как будто он бессмертный Кощей. Ну, понятно. Так, я закрыл глаза, я не знаю, что там. Как думаешь, что это Лего? Ну, вряд ли. Я тоже думаю. И ты не угадал, и я. Это Лего повторное. Нам везет то, что именно повторное Лего. Кстати, у нас повторные жвачки почему-то почти, видишь? Но лучше чего? Повторные Лего или лучше, чтобы были все в разнобой, разные? Разнобой. Для тебя. Мне нравится разнобой. Да? Чтобы все разные были. Да, просто Викторина, как думаешь, это супер Лего или это просто Лего? Или это обычный? Супер Лего. Ты не угадал, это просто Лего. Просто, да? Да. Но если бы это было безумное Лего, я думаю, нам пришлось бы купить, я думаю, если... Ладненько, открывай зеленую и будем дальше смотреть, попадется у нас другие так, в этих или нет. Барабанная дробь. Ба-ба-ба-бам-ба-бам. Ну это точно то, что у тебя, наверное, не было. Просто. Это безумнейшая Лего. Это супер. Знаешь что? Легендарно. Давай я покажу. А вот это Лего просто. Это просто без топора Лего. А вот топор это... Значит, что она безумная Лего. Смотрите. Прикиньте. Это очень легендарно. Это супер Лего. Просто. Сегодня только одни Леги и супер Леги. Жвачки, вы что там? Просто откинули обычные коньки, что ли? Так, что у нас дальше? Это как супер хорошая. Ты считаешь, что она король пока? Давайте, красная. Давай не будем тянуть время и будем быстро открывать. Давай теперь быстро все на скорость. Это обычка. Первая обычка. Обычка красная. Давай, быстро открываем. Быстро, давай. Так, такого я еще не видел. Это что такое? Вот это. Ну-ка покажи, вот это бомба. Это еще одна супер Лего. Пупер. Вот это вообще такая. Это еще одна супер пупер Лего. Да, давай. Повторных, значит, пока нету. Давай красную дальше. Нет, есть. Мусор уберем потом. Красную открываем. Так, давай. Последнее хочу немножечко открыть. Да давай, открывай, уже не томи. Уже всем охота увидеть, что там. Но все-таки что? Есть снова новичок. Новичок, смотрите. Это шрам, который у меня есть. Да. То есть, тут да. Был. Это Лего. И ты это можешь не его... Лего. Это уже давно. Нет, Лего. Это Лего, как это? Это ты в предыдущей серии говорил, что это Лего. Да, это Лего. Да. Так, а теперь очень...
Сегодня, кстати, у нас 5 декабря, если я не ошибаюсь. Дальше что у нас там? А, такой же, да? Да. Да. То есть, получается, с желтых, да, этикеток, и они также одинаковые попадаются и в синих этикетках тоже. Давай, давай, не томи, не томи. Люди уже хотят... О, такого я еще не видел. Это давай, самое главное. Давай, просто покажи, покажи. Такой нету нигде. Ни разу не попадалось. Больше месяца открываем, ни разу не попадалось. Просто на четвертый. Да, пока не будем открывать. Пока не будем открывать ее. Давай, удиви нас, удиви нас. Давай, рви, рви ее, давай быстрее. Взрывай. Все ждут, все ждут, все хотят увидеть. А, это такая же, как у меня, да? Да, это лето. Это такая же, как у меня. Я уж не помню, это вот сюда, да? Да, 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 да. А, нет, это супер вроде. Жвачки у нас по 3 рубля, кому интересно. Эти, по сколько у нас? По 20. По 20. То есть, если рубль добавить, то мы могли бы купить 7 жвачек. И получили бы 7 маленьких тату. Вау, вау, вау. Еще раз вау. Алло, гараж. Нам повезло. Это Лего. Вау. Вот это вообще супер. Супер, просто супер чубрика. Такое, да? Да. За такого 20 рублей нам точно не жалко. Правильно? И больше, это чем... Это стоит 30 рублей, чем... Вот этих 30 ты все-таки купил за 30 да, рублей. За 30. Это ты первый раз, да, купил вау, такой? Вау-вау-вау-вау! Еще одна супер-лего! А, такой я помню у тебя. Был, да, такой? Да, такой просто лего. Это просто лего, да. Аккуратненько, сразу не сразу порезаться. Надо открывать. Сразу, она похожа на супер-тату. Я первый раз вижу, что ты такое купил. Там вообще бомба, да? Там вообще бомба. Дед. Дед. Чубрик. Дед зловред. Ну, такой, так скажем, мне вот этот вот. Ну, все равно это скрыли. Поболее. Ну да. Так, а теперь смотри, теперь у нас будет финал, давай. Сейчас будем финал, какая роза у меня будет. Смотрите, в общем, эту я-то первый раз попробую. Это очень вкусная штучка, Алигерас. Да, в общем, будет она стрелять. Раз, два, три. Да. Напишите в комментариях, слышен звук, как взрывается. А как вкусненько. Просто супер. Так, и на этот нашем ролик подходит к концу. Да. Пишите больше комментариев, лайков и смотрите также плейлист Алё Гараж младший с первого видео. Все. Всем спасибо.